преддверии новогодних праздников в прессе прогремела новость. Российская теннисистка Анна Курникова подарила испанскому певцу Энрике Иглесиасу двойняшек. Сами молодые родители никак не комментировали до недавнего времени это событие. Но, наконец, прервали молчание и поделились в своих микроблогах фотографиями дочки Люси и сына Николаса. Напомним, что отношения одной из самых красивых пар начались в далеком 2001 году, когда Аня завершала карьеру теннисистки и подалась в модели. Курникова долго была против рождения детей вне брака, поэтому есть вероятность, что вместе с наследниками все-таки появился и штамп.